Сегодня у нас 7 октября 2022 год. Убираем капусту на саманном домике. Вот сейчас вот Игнатьевич вырубает ее. А я собираю ее в мешки. Капуста разная, крупная и мелкая, всякая. Во, тяпка кверху лезвием лежит. Угу. А то только матушка может так кидать. Как говорят, настоящий верующий, его сразу видно. Он, как все другое, в бороде капуста. Капуста, конечно, не такая, а квашеная. Вроде бы он такой для Бога нужен. Растяпа. А может, смеются над нашим братом. Это вот клен в огороде. Вот какой растет. Сорное дерево считается, как вот крапива. Ой-ой-ой. Гусеница. Я хотел выдергивать. Вот как в эту, в одно место кто-то в эту. А Володя увидел и говорит, опять спину. Да два раза дернул, уже спина не годится. После операции тогдашней. Ну что? Морковкой? Морковку копать буду теперь. И здесь тоже надо все выкапывать. Вот это вот. Откуда начинать? Вон оттуда? Ну, оттуда по порядку начну и спрашивать некого. Тут вот у нас, здесь вот морковка была, это то, что мы самую основную выкопали, а это осталось. А тут более-менее мелкая была, немножко подросла. Здесь вот у нас арбузы были, вот где пленка стоит. Хорошо поели, только в начале октября вот закончили, последний арбуз съели. Вот. Слава Богу, Господь по милости своей дал. 4 гряды, я не знаю, тут метров по 30, наверное, будет. Примерно. Это мы уже садили морковку, вот этот рядок. Матушка садила позже. Этот рядок был позже посажен. Потому что этот рядок был позже посажен. Позже. Позже. Ну смотри, она хорошая морковка-то тут. Ну не вся. Даже позже, и то. Ну. Види какая. По сравнению с рукой. Ну да, так. Ну правда короче, но. Самая крупная. Что делает? Это от сорта зависит. Да, 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 да. Сегодня у нас какое число? По-моему, 7. Да, 7. 7 октября. А 10-го уезжаем, так что надо сегодня из огорода уйти насовсем. Завтра баня, а воскресенье служба, занятия. Вот, а это на семена оставили. Вот так. На семена, на капусту поставила. Матушка говорит, 3 вилка хватит. Она сохранит нас еще год. Посадим на семена. Слава Христу, слава. Слава Богу за все. Какие березки желтые, красивые. Чудное дело Господа. Аллилуйя.